Ни для кого не секрет, что каждая девушка или женщина всегда хочет и старается быть красивой и привлекательной. Для этого существует множество различных процедур. В этом выпуске программы мы расскажем вам про обертывание, о его видах и эффектах, которые можно ощутить на себе. Поддерживать тонус кожи всего тела можно различными способами. Один из самых эффективных – обертывание. Существует множество различных составов масок, необходимых для этой процедуры. Шоколад, масла, грязь и многие другие. И каждая дает тот или иной эффект. Обертывание водорослями не только подтягивает кожу, но и способствует похудению. Наиболее распространенными являются водорослевое обертывание, так как женщины все стремятся похудеть, а водоросли способствуют именно снижению веса от жировых отложений. Если брать водоросли, то температура, при которой они наиболее эффективно действуют, это 45-47 градусов. Если больше, то они начинают расщепляться и уже своего действия не делают. При 45-47 градусах они наиболее максимально проникают в клетки нашей кожи и тем самым способствуют либо снижению веса, расщеплению жировой ткани, либо же улучшению настроения, если это брать шоколадное обертывание. Обертывание наиболее эффективно воздействует на кожу при определенных температурах, поэтому использование капсулы здесь необходимо. Дополнительный эффект оказывает и хромотерапия. Минимальная продолжительность этой процедуры составляет 20 минут. В принципе, процедура длится около часа, то есть это необходимо сначала человека нанести на него обертывание, завернуть, либо в капсуле. Можно также это делать еще в термоодеяле. Также нагрев до 47 градусов. Затем надо развернуть человека и принять душ. Хромотерапия, то есть терапия с помощью света. То есть импульс света, определенный луч света имеет свой импульс. Поэтому, когда мы сдаем ту или иную программу, либо это на омоложение, либо это на подтяжку, на выведение токсинов, загорается тот или иной свет. Плюс меняют цвета. Это также способствует, то есть сначала один импульс идет, потом другой. Такая световая терапия работает на уровне клеток. В связи с водорослевым обертыванием сжигание жиров происходит гораздо быстрее. Во время нанесения состава на кожу необходимо делать легкий массаж для того, чтобы слегка расслабиться. Регулярное посещение процедур способствует не только коррекции фигуры, но и насыщению организма йодом и полезными микроэлементами, оказывая благотворное воздействие и на щитовидную железу. Когда наносим обертывание, есть неопределенность стягивания кожи. За счет этого, в принципе, лифтинг-эффект кожи достигается. Разогрев, то есть чувствуется, что тело распаренное. В капсуле здесь еще дополнительно имеется вибрация, то есть, соответственно, человек чувствует вибрацию. И подогрев еще дополнительный. Необходимо помнить, что процедура обертывания водорослями с использованием термокапсулы полезна не каждому человеку. Есть определенные противопоказания. Нагрев, естественно, нельзя при злокачественных опухолях, с кардиостимулятором, так как это капсула электричества, онкозаболевания, гипертоническая болезнь. 3-4 степени. Существует большое количество косметологических фирм, которые выпускают производители косметологических средств. Здесь уже зависит от того, насколько проверена эта косметика. У нас в салоне пользуемся косметикой, которая уже много лет проверена, не только как бы на клиентах, на своих, но, естественно, клиническими какими-то сертификатами подтверждена. Аллергических реакций никаких не вызывает. Если только есть аллергия у тех или иных людей на какие-то определенные компоненты. Но они изначально знают эту аллергию. Результатом такого обертывания, несомненно, будет гладкая шелковистая кожа. Эта процедура помогает сохранить цветущий вид и молодость. Она очищает кожу, избавляет от совсем ненужных килограммов и улучшает кровообращение. Ее можно делать дома, но лучше всего довериться профессиональным косметологам спа-салона. Водорослевое обертывание оказывает множество косметических эффектов, в частности, помогает стать стройнее и моложе. Помните, дорогие друзья, что красота спасет мир. О ней мы продолжим говорить на следующей неделе. Пока!